Блин, сегодня столько долгов мне придется. Блин, жалко, что товарищ уехал. Он бы мне бы сейчас бы реально помог. Блин, а Сус куда же, их знает, подевался. Эх, нужно все-таки как-то, может быть, уехать с ними. У меня уже немножечко денег поднакопилось. Или хотя не надо. Так, слышь, нету. Это Это ну что? Не надо, пожалуйста. Блин, сегодня плохо было, меня сегодня побили, Блин, ну и зачем я повязался на эти долги? Нужно уезжать из этого города. Так, вроде бы все вещи взял, телефон тоже. Блин. Чё? Через 67 минут? Блин. Тупо, короче. О, ресторан. Официант. Даже официант. Пацанчик, ты хочешь, у тебя есть минутка? Ты вообще кто? У тебя есть минутка времени? Ну, не надо. Это зажигалка. У тебя есть минутка времени? Минутки-то у меня есть. Что хотел? Хочешь поиграть в игру? Да, только давай быстро, а то я сейчас на поезд опоздаю. Ладно. Задача в том, то что мы бьем друг друга лопатами. Если кто-то из нас вырубится. Ты должен принести меня сюда и бросить под поезд. Принято? Ну, хорошо. Вот как раз у меня, не знаю, лопата есть для огорода. Играем до 10 попыток. После последней десятой попытки выигравший бросает проигравшего под поезд. Начинай! Ай! Моя спина ударилась об стол! Ай! Ай! Что за? Поезд мой проехал! На! Иди сюда! Из-за тебя мой поезд проехал! Ай! Вы в порядке? Простите, что я вас так ударил. Если хочешь заработать больше, пацан, возьми этот номер. А мне пора. Что это такое? Я пройду. Куда? Зачем? Вы с ума сошли? До свидания. Я вам этого не позволю. Быстро выходите. Я хоть и вас не знаю, но все. Нет! Жалко этого пацана. Еще я из-за него поезд пропустил. Ладно, на некоторое время надо остаться здесь. О, какое-то сообщение пришло. Если ты не вернешь до завтра долг, то мы тебя зарежем. Нет, лучше все-таки надо пойти домой и позвонить по этому номеру. Блин. Так, 228. Алло? Давай, приходи днем к полицейскому департаменту, и мы сыграем в игру. Хорошо. Так, ну я уже около полиции департамента. Вроде бы никого нету. Странно. Какого? Ты еще кто? Ай, блин! Ай, что это за место? Товарищ Лао? Да, это я. Что вы здесь делаете? Ну, как тебе сказать, я просто погряз в немеренных долгах.
До меня докопался тот самый челик из метро. Наверное, он до тебя тоже докопался, раз ты здесь. Предложил мне сыграть в игру. Ну, я его обыграл. Да, он бросился под поезд, его переехало, а потом меня чуть не избили за долги. Я, конечно, отбился, я же профессионал, но решил все-таки погасить свои долги, и теперь я здесь. Вот, я просто себе гулял по парку, и потом на меня напали три таджика, вы поняли? И потом я был весь в синяках, пошел на метро, и меня напал тот чел. И потом, когда я его победил, он почему-то убил самого... Он совершил смерть. Он убил самого себя. Он бросился под поезд, да? Да. Блин. Никто не будет принимать меня как существующего человека в этой комнате, да? Спрашивайте, что я здесь делаю. Это так получилось. Слушай, что вы здесь делаете? А, ну знаете, что медицинский счет почему-то получился в пару тысяч миллиардов долларов. А, ну, это ладно. Россия, как бы, можно. Я предлагаю уже войти в эту директ, начать игру. Давайте, ребята, идем. Давай. Какая будет первая игра? Я не знаю. Мы ничего не знаем. Какая будет первая игра, как вы думаете? Я не знаю, наверное, какая-нибудь детская игра. Да. Ну, ребята, будем на всех... Надеюсь, на всех... Давайте на всякий случай будем вместе, потому что вдруг нас убьют. Я не знаю, вообще в детских играх могут убивать. Пойдем, товарищи, заходим в дверь. Да. Что это ребята, за... Что это за игра? Что это такое? Что это за кукла? Ребята, это красный цвет, зеленый цвет. Что это? Помните эту игру, вы детский играете. Да, я помню. Да, на детской площадке играли. Будьте осторожны. Ребята, главное не толкаться. Да, не будем толкаться. Ну, ребята, перевею вас, так что... Надеемся, что мы не умрём. Слушай, Лао, ты же командир отряда, как ты был в долгах? Ну, обычно у правительства как бы пару миллиардов тысяч занял. Ты совсем с ума сошёл, ты в месяц зарабатываешь по миллиону. Да, включай, не хватает, я хотел пожизненный запас балтик и денег купить, у меня не хватило. Ребята, надеюсь, вы выживете. Товарищ Лан. Есть! Ребята, мы это сделали! Ура! Ну, пока что первая игра. Оказалось легко. Будет следующая игра. Товарищ, что это за? Нас, кажется, выросли. Это моя нелюбимая игра. Мы в куличики будем играть. И чё, это какая-то? Нет, пожалуйста. Я, кажется, вырезаем... понял. Тихо. Давайте, товарищ, не спеша. У меня почти получилось. О, печенька! Как вкусно! Товарищи, давайте! На, я вам помогу! Есть! У меня вышло! Товарищи, давайте! На! Ребята, у меня вышло! О, а нам всем украсть? Ура! У нас у всех вышло! Ура! Скатываемся с горки! Ребята, давайте, но следующая игра... Ребят, следующая игра это... Мордобой! Я не знал, что за игра, но... Надеюсь, мы выживем эту игру. Товарищи, да. Помоги нас снова усыпать. Пиво. Слушай, я все еще помню то, что ты говорил, то, что у Батона плохое пиво. Но и правда. Все-таки этот раунд наконец-то настанет, и я убью тебя. Ты в этом так Вы че? А ну-ка не драться, живое. Не драться? Что, правда?
Не драться, ты говоришь? Ну, сейчас хорошее время. Не драться, сейчас да? Хорошее да, время. Ну, товарищ, что произошло? У меня болит голова. Голова болит. А мы друг друга выруби. Товарищ, ребята. Товарищи, мне кажется, что низ намокает. Лука. Черт, реально мокро. Лука. Коится, почему вода коится? Похоже, это какая-то токсичная вода. Нам надо срочно. Может быть, это следующая игра, ребят. Да, и мне она не нравится. Надо срочно сваливать отсюда, пока не поздно. Ребята, я не знаю, давай. Почему. Ты драни! Ты драни, побег! Может быть, это выход, ребята, у нас есть шанс бежать. Бежим! Кажется, вода начинает колоться. Да, ай, моя рука, ребята. Быстрее, товарищи. Это, в ногу попало, я не могу идти. Помогите. Черт, только не паркур. Только не чертовы паркуры. Я... О, кажется... Кажется, мы дошли до конца. Товарищи, наш мэр на товарищи, поднимайте быстрее наверх. Вода уже начинает все затапливать. А я уже... Черт, только не снова это. Паркуры. Давайте быстро. Надо пары выходящие из кухни. Быстро. Вы... Вода. Ребята, вы проходите. Слава Богу. Бежим дальше. Ребята. Чего? Бежим. Не забывайте, как я вас. Это перетягивание каната. Ребята, давайте просто не двигаться, может быть, мы выживем, если продержимся все время. Давайте просто не двигаться, реально. Ладно, ребята, я не хочу умирать. Товарищи, если мы, может быть, не будем друг друга убивать, нам дадут возможность. Надеюсь, что да. Что? Ребята, давайте просто не двигаться, мы, возможно, выживем. Да, ребят, меньше двигайтесь, вы двигаете меня ближе, как брыву. Просто не будем двигаться, ребята. Фу, спокойно, спокойно. Фу. Ребят, еще 10 секунд. Стоим. Я надеюсь, нас не пристрелят охранники за такой читерский ход. Да, нас только трое, нет. Они не посмеют. Вроде бы нет. Три, два, один. Все еще живы после этого. Ребята, мы выжили. Мы живы. Повезло, повезло. Ура. Я устал. Опасно. Пока следует. О, нет. Товарищ, что у меня это появился такое? План. Давайте прыгать чисто посередине. Нет! Оно прозрачное! Нет! Не надо! Товарищ, это галлюцинация! Это иллюзия! Я товарищи! Смотрю в кальмара, поэтому бежу в днях! Я-то смог победить, но друзей у меня больше нет. Я один остался в этом городе. Мне придется уезжать отсюда. Здесь очень много воспоминаний. Я все-таки уйду отсюда. Нужно собрать все вещи. Эй, слышь, пацанчик. Я вижу, что у тебя дела обстоят не очень. Хочешь заработать легкие деньги? Да, давай.
Чё, давай, ты... Где деньги? Где деньги? Где деньги? Где деньги? Убейте меня, спасибо, что вы меня убиваете, умоляю. Неудачный, глупый! Наконец-то квадрат! Наконец-то квадрат! Товарищ, мы не делаем это, сердце теперь снова квадратный. Я квадратный! Ты как пожелаешь пистанку побить? Я квадратный! Блин! Три, два, таджик! Ну-ка, ты задрал, еще раз. Ну, мне что? Я не понял, что тебе не люблю? Что за... Где я? Какого... Что это за кровати? Я жила. Я тебя не люблю! Тебя побить? Меня это ждал! Wow.